Мы люди, вы не выслушиваете наше мнение. Мы любим ваших детей, он любит ваших детей. Другой их не полюбит. Знайте это. Это мое последнее слово. Здравствуйте. Мы не хотим, чтобы меняли нашего директора Шанкира Асильдаровича. Мы его любим, и он нам очень нравится. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые родители и гости, сотрудники полиции, все, кто сегодня присутствует. Я, честно говоря, не сторонник того, чтобы мы все стихийно собирались, срывали учебный процесс. Хоть я уже не являюсь формальным руководителем, но все же я переживаю, что наши дети сегодня остались дома. И я чувствую свою вину в этом, что именно из-за меня, возможно, все это происходит. И я за то, чтобы наши дети учились. И анализируя ситуацию, почему все это произошло, я вижу только одно для себя разумное объяснение, в чем я виноват. Виноват в том, что я с 2011 года работаю в данной гимназии. И тем самым заслужил, скажем, уважение учителей. Научился у них многому. Поделился своими знаниями. Работал в должности заместителя директора по информационной части. И, скажем, помогал всячески коллективу. И за год должности руководителя образовательного учреждения я получил столь огромное признание родительской общественности. Вам спасибо большое за поддержку, но давайте мы не будем детей наших лишать образования. Я за то, чтобы в любом случае... Да. Здравствуйте, уважаемые гости, родители и учителя. Зарима Шахбубаевна, мы все вас знали как учителя английского языка. Вы у нас работали. А где она, кстати? Мне она нужна очень. Я хочу, чтобы она меня видела и смотрела мне в лицо. Вот она. Зарема Шахбубаевна, я учитель была в первом классе. Вот этот класс, который я сейчас веду, я была учителем первого класса начальной школы. И мне посчастливилось на тот момент, что у меня в классе вы провели 3 урока английского языка. Для меня это было очень, я скажу так, чисто от себя. Я была очень счастлива, что вы выбрали именно мой класс, потому что вы мне как учитель очень понравились. Но сегодня вы говорите, что здесь невоспитанные люди. И не принимаем другого директора, и мы не выслушиваем ваше мнение. Почему? Если у вас нет полномочия, вы... не остались там, в городе Кизляр. Сегодня настолько воспитанный человек, как вы, почему вы, показывая у виска, вышли? Мы люди! Вы не выслушиваете наше мнение! Почему? Вы говорите, вы спиной не можете повернуться к нам, к нему. А мы тоже. Мы очень воспитаны. Мы очень воспитаны. Я не могу уже успокоиться. Мы с вечера не можем успокоиться. Мы принимаем все препараты, которые нас не могут успокоить. Вы не понимаете то, что у нас происходит внутри. Почему не спросили нас, хотим этого директора другого мы или нет? Вы говорите временно исполняющий. Почему мы не можем временно исполняющим оставить нашего любимого исполняющего директора Пирмагомедова Шанкира Асильдаровича? Люди, я вас очень люблю всех, но, пожалуйста, настаивайте свои права. Мы учим ваших детей не потому, что мы просто отделать нечего, выходим на работу. Мы любим ваших детей, он любит ваших детей, другой их не полюбит. Знайте это. Это мое последнее слово. Я не могу не нервничать. Простите, если это было грубо сказано. Никаких, чтобы у вас не осталось. Просто не надо было нам показывать пальцем у виска. Если вы воспитанный человек, а нас так не воспитали. Зарема Амарасхабовна такое никогда не позволила бы нам. Никогда. А насчет Шанкира Асильдаровича. Пойдут ли наши дети в школу, зависит от главы администрации. Придет и поставит подпись, что вы директор. Дети завтра будут в школе. Нет, дети будут сидеть дома. И попробуй, хоть один придет в школу. Попробуй. Мы держимся до конца. Или вы директор школы, и наши дети перед вами, или наши дети дома.